сарацин, опять же, он же мозаик, вы это знаете. Огурец только на первый оборот я его рекомендую, на второй оборот лучше не нужно его сеять. Почему? Потому что тот же каприкорн и лютояр покажут себя лучше, чем сарацин. Почему на первый оборот? Нехватка света того же, где-то перепад температуры, где-то не докормили, он лучше всего это все переносит, этот гибрид. Полубукет, то есть он тоже требователен к питанию, но не так, как букетный тип огурца. Сам плод у него очень плотный и очень твердый. То есть, так по отзывам людей, кто выращивал все наши гибриды, сарацин считается одним из самых лучших по вкусовым показателям, то есть самый вкусный огурец. Опять же, отбирал на семинары образцы. Берешь там кулечек с лютояром тем же и кулечек с сарацином, одинаковый по объему. Сарацин так довольно больше весит, чем тот же лютояр. То есть за счет самой структуры самого огурца. Надо обязательно посынковать его. То есть если люди, кто выращивает без отопления в первом обороте, это один из самых достойных гибридов, которые покажут хороший результат, как по стрессу. Ну, даже вот смотреть, если по демо-центру Excel в прошлом году, сарацин он в первом обороте, даже лютояр и каприкорн, они уже подуставшие были, сарацин он по показателям к заболеваниям лучше всего себя чувствовал. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.